Всем привет, с вами Филипп, и давайте поиграем в игрушку Амнезия, призрак прошлого. Так, я настроил, так, вот эту, вот так могу настроить, чтобы вам было видно. Ну, можно вот так вот поставить, чтобы вам было видно. Я в нее никогда не играл, хотел всегда поиграть, но никогда не играл так. Других историй нету. Ну, я играл в одну историю. Где там играешь, зай, посмотреть. Не забывай. Некоторые вещи нельзя забывать. День идет за мной. Нужно торопиться. Меня зовут Даниэль. Я живу в Лондоне. Так, потише, потише, чувак. Громкость у меня орёт. Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я Даниэль. Понятно. Что случилось? Алло. Так, вот мы где-то появились. Задание добавлено. Так, как и в пенумбре, нажимаем на таб и смотрим. Идите по следу из капель и найдите источник жидкости. Какой источник? А, вот капельки. Так, ну мы пока будем проверять. У нас трудница закончилась. У меня ее нет. Дверь. Так, у нас также открываются двери, как и в пенумбре. Так, закроем дверь. После пенумбры я не хочу открывать эту дверь. Эй, где стук? Твою ж мать. Так. А тут можно как в пенумбре вот так голубить? О, круто, можно. Никого возьмем. Так. Там что-то ветер какой-то шелохнул. Камень можно взять? Ну, как хочешь. Так. Графон наилучший. Ты что с тобой? Ты что приседаешь? Давай. Вставай, прыгай, прыгай, вставай. А то ложиться уже начал. Так, у нас капельки ведут туда, но... Да не мать, чё это? Чё это в это время? Да не мать, твою мать, так что это? Тихо. Закрой. Даже не вздумай. О, твою мать, твою мать. Закройся. Там никого нет? Это хорошо. Убийца нужно, чтобы зажигать свечи и другие источники света. В сумке показано, сколько у вас осталось. У нас есть две штучки. Иди в жопу. Круто разбилось. Даже исчезло при мне. Пошли, ваза. Давай, исчезай. Что у нас тут? Тут у нас еще одна трудница и метла. Разбей. Круто. Можно тут разбивать стекла, так прикольно. И все, что такое маленькое. Как, например, горшочек, бутылка. С тобой можно связаться там еще? Ну, не хочешь? Не, поджигать не будем, тут и так много света. Твою мать. Тихо.
Ты, мать, чё с тобой? Вставай! Вставай! Ты чё, лёг спать, что ли, хочешь? Вставай! Ложиться ещё. У нас тут страшно, а ты ложишься. А то вот это вот физика есть? Круто, тут эта вот физика тоже есть. Так, тут какая-то... шкафик. В нем нифига. Так. Блин, я испугался. Что ж ты меня так пугаешь? Что у нас еще есть в инвентаре? Здоровье все в порядок. Рассудок, легкая головная боль. Используйте фонари, у нас фонаря нету. Ну, мне так кажется, либо у нас есть, просто я не могу взять. Ну не, в инвентаре нету. Значит так, у нас масло. Ой, блин, капельки туда ведут, но мы зайдем сюда. Блин. Твою мать, что это? Закрой. Походу там никого нет, но я не вижу. Помните, что находитесь в темноте, вы постоянно утрачиваете рассудок. Зажигайте свет, помощь труднет или найдите иной источник света. Так, легкая головная боль все равно. Но не, не будем зажигать, зачем? Если так, мы туда не надо идти нам. Так, тут какая-то рубашечка, но нам она не нужна, мы и так одеты. Надеюсь, что одеты. Так, все страшнее и страшнее становится. Ну, что ты не открываешь? А, мне надо войти. Дело. Подумал, мальчишка и ударил. Камнем что-то. Камнем, да, или что-то там тебе. Блин, кто-то выходит, да? При сильном испуге или что-то. Ваш рассудок. Пошатнись. Однако вы можете вернуть ему ясность, решая головоломки и забегаясь вперед. Какие тут головоломки? Вы что, с ума сошли? Не в пеномре хватать головоломок, а ты тут еще. Давайте. Растопчу вас. Эй, куда вы исчезли? Только что тут была толпа. Тут ничего нет. Я так полагаю. Тут тоже. Где тут головоломка? Ну как хочешь. Так, все страшнее, страшнее, страшнее. Книжкой, иди сюда. Будешь помогать мне. Проверь. Никого? Твою мать, твою мать, твою мать! Чё такое, чё такое? Тихо. Спрячемся. Не показался, там какая-то девочка сейчас закричала. Я боюсь, это у меня галлюцинации. Так, это что? Ванна открыта. Можно зажечь его с помощью F. Или дважды щелкнув на него в сумке. Масла у нас мало. На нафиг. Может, я сегодня еще и сделаю Майнкрафт. Просто так мне захотелось сделать Майнкрафт, повыживать в нем. Ну что же не выжить? Так, я куда-то книжку выбросил. Но всегда в некоторых библиотеках бывает где-то потайной ход. Ну а вдруг тут? Есть потайный ход. Так, ничего не видно. Зажгу я тут. Ну, чтоб как-нибудь там свет был бы. Так. Как-то мы идем по этому следу. Тут какая-то бумажечка, которую взять нельзя даже. Так. Не надо. Только не вздумай приходить. Я тебя врежу. Блин, куда ты улетел? Чем тебе врезать? Давай, выходи. Я заставлю. У меня идея, вдруг он с этой стороны сейчас пойдет.
Она открывается... А, она, блин, открывается только так. И плюс... Мне это не поможет. Вдруг разобьет. Так, я тут пропустил вот это, да, я ее заметил уже. И про нее забыл сразу же. Так. Ёлки-палки. Не, верти так мышкой. Так, ковер, давай, расстилай его. О, у меня идея, рожечек. Коверчик, иди сюда. Гореть будешь? Будешь гореть? Давай. Не, не будешь? Ну, не будешь какой же. Так, тут у нас куча этих, ну, там ничего нету. Так, валить отсюда. Крой. Крой. Валите уже. Так. Так, записочку у нас. 19 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, в твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты – мой последний шанс все исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Бренненбургского все еще вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее святилище, найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты молод и силен. Ты легко с ним справишься. И еще одно. За тобой идет тень. Это оживший кошмар, который разрушает все на своем пути. Я перепробовал многое. От нее не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру. Больше ты, Даниэль, все. То он это очень долго говорит. Вы можете вызвать последнее сообщение. Так, у нас это масло. Так, пошло вон. Иди вон. Тут у нас что, ничего, ничего. Так, тут везде бухло одно. Ну еще какие-то эликсиры. Че это не разбивается? Какого хрена? Разбить. Молодец, не разбивается. Крутая, значит. Так, книжки, книжки, фигня полная. Так, стекла. Еще фигня какая-то. О. И что это дало? Открой дверь. Страшно очень. О. Чё себе, я не заметил. Она открылась. Пошли в ход. Так, добра от Кентербера. Он заехал в гости по дороге, чтобы не терзать чувство вины. Я просто забыл. Так, поддерживает левый шифт во время движения, чтобы бежать. А я-то что уже делал? Я прям сначала начал бегать. Какого фига? Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал. Находится за камерой переработки. На самом деле, он в глубине скал под Бренненбургом. Так, у нас было сейчас прошлое. Масса липкая, упругая, руками или инструментами не разорвать. Вон туда пошли они в тот раз. С нашим героем. Актер, так, ну пойдем наверх. Кто там? Там какая-то женщина сейчас орала. Нет, не троньте меня. Пойдем. Она тут? Винный погреб. Дверь заперта, без ключа не открыта. Винный погреб закрыт.
Знаешь, что оттуда кричало? Значит, что монстр. Он упал на удар в живот. Ханна осталась в укрытии. Она боялась, что ее тоже накажут. Твою мать. Страшно. Что такое? Тут завалило выход. Твою мать. Тут и говорите, что уже началось, что он уже тут. Его. Так, чё. О, не заметил масло. Так, я отсюда нафиг, ты тоже. Так, даже не вздумай. Ну а вдруг он там? Так, тут ничего нету. Кроме каких-то шапочек, либо в виде мисочки такой, вязаной. Ну, кто тут? Покажись. Вот мой ублюдок. Так, тут есть трубниц. О, еще один. Может, тут еще в углу есть? Так, где он? Не, нифига. Записочка. Отверстие там. Так, не буду пока читать. Отсвети. Сколько у нас? 10 их. Ну, это хорошо. Трубочки. Большие трубочки. Блин. Мою мать. Двери нету. Так, закрывай выход. Плевать, закрывай выход. Пока он сюда доберется. Так вот. Воу-воу-воу, не ломай мою конструкцию. Так. Че, опять воспоминания? Так, ну вспомнил воспоминания, тут еще одна какая-то записка и склянка. Так, и трубница. Так. Трубница. Так, тут ни хера. Иди-то отсюда, стоп. На каждом шагу. Это что, в виде сохранения, как и в Пенумбре? Однажды я вернусь, если бы но мысли о тебе, любимая, мне бы было бы незачем жить. Когда я совершенно ужасные вещи, я стараюсь помнить о тебе. Так, помни. Так, у нас там вода, да? Да, вода. Иди, шахмана, давай. Шо, вот. Видишь, я тут пройти хочу. Шихрида. Так, идем наверх, все равно тут нечего уже делать, я не вижу девушку, может там ее завалило с этим монстром. Но это будет хорошо, нам от розы турецкие сладости, подумал, такие же, как по-сути Константинополе. Че, ты ассасином был? Так, винный погреб не пойти нам, у нас нет ключа. Оттуда мы пришли, давайте сходим туда. Так, тут у нас какой-то ящик, тут масло, трубница, так, опять книжки, опять жуки эти сраные, так, опять, так, фигня, твою мать, какого хрена, она опять, и она тоже стала такой, блин, один путь наверх. Так, сюда. Тут завален. Ну, один путь. Так, есть еще тут. Так, там деревяшки, у нас нечем сломать. В архивы пойдем. Я захлоп на остальных. Так, давайте тут закончим. Это будет первая серия. Ладно, всем пока. С вами был Филипп. Мы играли в Амнезию. Подписывайтесь, ставьте лайки.